ты. И тот, кто как бы организовал этот праздник, он появляется вскоре уже. Он приносит как бы твое прощение. Если можешь это прощение принять или можешь его отвергнуть. Здесь все зависит от воли тебя, от твоей воли. Это один шанс, который сегодня тебе открывается. И я тебя призываю, как бы, чтобы ты его не отвергал. Припев говорит, что прощен и новая жизнь. Прощен и новая судьба. Иисус дает тебе один шанс, и прошу тебя, ты поторопись и приди сейчас. Иисус – это тот, который дает прощение. Иди сегодня, не опоздай. Он прощает всех грешников, которые признают свой грех и приходят перед лицом Его. Будь мудрым и познай свою вину, Он может тебя сегодня спасти. И ты можешь с сегодняшнего дня и навеки сделать Его хозяином твоей.